Шикарний спіл, йогат. Black Knight Hardcore. Да, все так. Еще и мелодик. Шикос. Еще раз слушаем. С парой треков из грядущего Ephemeral на Pest Productions. Thank you.
Видишь, вона чіка Оля така була, на ній вона. Та! Більше ні. Не орі на мене, що ти опять вообще своє починаєш. Родная, для чего? Кое свое вообще. Да. Ты вот это. Не, настроение испортила на взводе. Она вообще просто готова со мной посраться. И я. Говорящий, родная, успокойся. Прекрати, со мной не нужно ссориться. Я не твой парень. Что вы бывший? Ну на тех на дети, конечно. Шортиках вообще бесподобное. Спасибо, что брали в дворников. Они у меня были на техно. Ваши в костюмах дворников. Ну, типа. Да. Говорит, ну да. Не, ну Оля же наприкалывает, конечно. Давай, вылазь. Блять, он уже не вылазит. А, не. О, надо его снять. Да стоит. Вот, блять, он уже не вылазит. Сука, охуенная вообще. Такая смешная. Да. Там, пау, вау, перезарядочка. Как вон. Ой, какая ты красивая, блядь. Ну просто ты бомбезная, ты Мариша, бау. И Мариша наклонировали вообще класс. Бесподобно. За это я люблю. Ну и Оля, да, контрастик.
норм дропщик еще. Пока меня вот это вот не убили на медиуме. Да. Я даже не знаю. Вот так и на раз в сезон пробуешь. Ладно, попробую на харде. Да, надо попробовать. Такой, не, надо сразу пробовать медиум. И такой, нет, и все. И дальше херячить так, а так. Ну, потому что нахер. Это как, типа, дейлик за ресурс, который раз в 4 часа, который, на котором тебя где-то убивают, и типа тебя реанимировать за 20 золотых, то вы что, блядь, ёбнутые? Конечно, нет. А первые моменты еще такой думаешь, да, а потом стоп, блядь, ну что? За сколько? За $1000. Ну, типа, виртуальных, да, мы понимаем. 20 золотых, которые стоят на эсере. $20,000 это минимум. Но я так подозреваю, что мой курс будет повыше. Ну, типа, к 5. То есть где-то за $100,000. Такой, блядь, вообще же неравноценно, нахуй. Даже примерно, ну это типа, а это любая обычная опция, чтоб ты спалил золото. Да я, кстати, не понимаю актуальность сюда билдера второго. Ну, наверное, классность, ну типа плюс есть, но... Ну что еще, ну да. Ну да, короче. Жирненько, вообще красиво. Фа. Пау. Пшикос. Да, ты пришел. И ты красивая, конечно, давай сюда. Пау. Шикарность. Компиляция Past Production Death Cult over Black Congregation 3. Шикарно вообще. Как приятно повалить зомбарей. Конечно, за это я вас обожаю. Красиво. Ну, графа крутая. Не знаю, считаю, что... Ну, типа, тут еще трафареточек не хватает. Кастома какого-то или граффити или как бы это начинных тачек. Да не, ну норм. Нанюханные чики бегут. Твоя бывшая, твоя бывшая нанюханная носится по вечеринке.
Та-та-та-та-та-та-та, потанцевала, убежала, потанцевала, убежала. Как старые добрые нахуй, вообще просто балдёж. Ты понимаешь, вообще все как ты любишь, только ты даже не под наркотиками, тебе не тяжело, ты не вот это, не в этом не жестоком этом трипе. Под наркотиками твоя бывшая, и ты просто от нее оторваться не можешь. Жирно просто. Думаешь, класс, любимая, ты еще и вместо меня наркотики употребляешь. Спасибо тебе, родная, ты такая охуенная. Я тебя люблю, ну конечно. Да, блядь, да обоссаться как. Спасибо, что ты уезжаешь, ты такая охуенная. Да, я тебя обниму. Подожди, дай перезаряжусь. Так, Дима, ты помнишь, да, что у тебя есть пулемет? Такой сперва думаешь, по факту это сообщать, а потом может будет еще один, конечно, ты не успеваешь додумать, когда он вот появляется. И дальше ты понимаешь, ага, не один. Гигантский. Я забыл. Прикольно, так я такой еще. А как вы это делаете? Я не обновлял вашу игруху. А у вас хуяка новая локация. А, я же открыл новый этот. Да, это сейчас будет у меня все миссии в этих локациях. А, прикольно. Они просто увеличиваются, увеличиваются. Потом такое ты думаешь, да, наверное, даже была уже эта локация.
Или бухает облонда на выходе, вообще мне покоя не дает. Да, забыл, родной, сказать, что как я хотел бы с ее Бонни потусить в лесочке.